я хочу вас поздравить с юбилеем, потому что действительно 20 лет, и тот вес, и те усилия, которые предпринимаете вы, они достойны всяческих комплиментов и поздравлений. И кворум, который собрался сегодня, он очень представителен. Я встретил очень многих людей, которых не видел довольно давно, своих друзей, знакомых, профессионалов, которые приехали специально сюда и на других форумах не всегда появляются. Форум — это, конечно, в первую очередь площадка для диалога, а также для увеличения собственной компетенции за счет возможности пообщаться с людьми умными, опытными, профессиональными. Уровень репрезентативности несопоставим с ни одним другим мероприятием подобного формата. На сегодняшний день этот форум остается крупнейшей площадкой, на которой эксперты рынка, участники рынка могут обмениваться мнениями, могут налаживать контакты, могут налаживать взаимодействие. И я хочу пожелать, чтобы на следующие много-много лет форум сохранял свои лидирующие позиции на рынке фармацевтики России и продолжал способствовать росту этого рынка. Спасибо всем, кто организовывает этот форум. Это самое большое собрание людей, которые занимаются фармбизнесом в России, самое большое. Уже даже не только в России, посмотрите на состав участников, у нас уже и СНГ, и Европа очень много людей приезжает, и из Азии, Китая, Японии, то есть он же становится реально международным не только для России как таковой, но и в целом, собирая таких важных, интересных людей из фармбизнеса, фармсообщества. Вот для меня ценно одно, это возможность дискуссии, это возможность обмена мнения, это возможность увидеть людей, с которыми далеко не часто приходится сталкиваться. Да? Ну и самое главное, что каждый год появляются новые люди. Соответственно, новые люди – это новые идеи, новые мысли. Это всегда интересно и привлекает, безусловно. Пожелание одно – давайте доживем еще до одного 20-летия, то есть будет там 40-летие. Вот, и самое главное, чтобы не то что количество участников увеличилось, а качество участников все время возрастало. Вот это очень важно. Вот этого вам и желаю. Просто замечательная площадка, она, по сути, единственная в своем роде, вот такая массовая, куда люди не устают приезжать, и, собственно, темы, которые здесь обсуждаются, всегда очень актуальны.